Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Панзарь являются образцом для многих участников знаменитой телестройки. Благодаря проекту они смогли создать семью. На протяжении 7 лет брака супруги демонстрируют идеальные отношения. Они воспитывают 2 детей Артема и Давида. Судя по всему, Дарья решила, что ей пора передавать знания о том, как сохранить любовь на долгие годы. Панзарь поделилась с поклонниками новым роликом во влоге, который она ведет на канале YouTube. Она рассказала о 5 ошибках, которые совершают некоторые девушки в общении с противоположным полом. Звезда реалити-шоу подробно описала то, что может раздражать мужчин, и дала полезные рекомендации, которые подойдут как замужним дамам, так и мечтающим о свадьбе барышням. Также Панзарь видит успех женщин в их способности быстро собираться на свидание. Она призналась, что ей не всегда удается находить время на прическу и макияж, но для нее это не повод переносить встречу. Дарья нашла выход из подобной ситуации и завязывает волосы в эффектный хвост, а за 10 минут успевает подчеркнуть с помощью косметики все достоинства своей внешности. Экс-участница «Дома-2» не могла обойти стороной и использование гаджетов во время встречи с мужчиной. Она считает бестактным постоянно отвлекаться на оповещения и проверять соцсети. Еще одним способом выразить любовь мужчине Панзарь считает умение оказывать поддержку. По ее мнению, девушке не стоит критиковать и обсуждать возлюбленного. Более того, Дарья учит ценить внимание избранника. Муж Дарьи Панзарь заставляет ее следить за фигурой.